Здорово, подписочник, иди сюда ближе ко мне. Хватит пить. Я водить купью. Смотри, мне кажется, у меня лицо немножко подзагорело за один день. Ну а мы продолжаем наши влоги из Сочи. У нас также прекрасная погода. Давайте вам заценю. Сегодня еще теплее, 22 градуса. Правда, мы сегодня мега булки. Мы проспали сегодня 10 часов. Да? Или больше? Сколько? Да, 10. Легли 4. Окна, да, видно. Я не про это, я про камеру. На камере это видно? Да, они видно. Просто жесть, какие грязные. Ну, конечно, мы их столько не мыли. Мы легли в 4 часа, проснулись в итоге в 2. В 2.03 даже. Хотя думали в 12. Проснемся и пойдем на пляж. Ну, то есть заедем быстренько в ТЦ, купим мне шорты, потому что нету. Защитный крем от солнца и, ну, в итоге ничего не вышло. Будем сегодня просто гулять, а завтра уже, конечно, сходим на пляж и погреемся, позагораем. Не, ну, Кать, скажи, загорело у меня лицо немножко за один день или нет? Не знаю, ты всегда черный. Всегда черный? Все, ладно, сейчас будем выползать уже из дома. Катя, смотри, какая красивая, юбочку надела. Это шорты! Ну, это юбка-шорты, да. Правильно? Да. Но спереди она выглядит... Здесь просто вот, если эту штуку поднять, видишь, это шорты. Да. А я тоже сегодня в шортах. Ты сейчас выглядишь, как будто сейчас в теннис пойдешь играть. Еще топик, ну, должен быть не вязаный, а какой-нибудь просто хэбэшный. Да ладно тебе. Закрываем. А лучше я только открываю цели. Молодец. Держи. Повернись к окну, пожалуйста. Только что я Андрея по жопе ударила и почувствовала там что-то твердое. Я такой, блин, я этикетку не снял. Помогай, что-то. А как я ее откушу, что ли? Ножницы нужны. Ну там, может, что-нибудь получится. Ну на, держи камеру, я попробую. А я пока вам покажу, что у соседей даже патио есть. Маленькое, конечно, но все равно. Спецоперация по удалению и ручки. Ножницы нужны, я не знаю, как. Ну, пойдем домой зайдем, пока не ушли далеко. Пошли. Я говорю, сними на камеру это. Андрей снимает шорты. Я говорю, снимай. А он такой, типа, начинает снимать шорты, говорит, а зачем? Господи. Все? Ой, хорошо. Тут еще этикеточка маленькая, кусочек остался. Тоже сними. Где? Ну вот, вот да. Вторая попытка выйти из дома. Я вообще не слышу, что ты говоришь. Как удачно, я тебя по жопке ударила. Теперь ты узнал, что у тебя там полотенце. Может, мне тоже по жопке ударить, что-нибудь высыпется полезное? Нет, не надо. Это я и ты. Нет. Правильно? Нет. Ой, знаете, я вам сейчас расскажу, что я так вчера кайфанул, то, что поехал не на машине гулять, а на автобусе. Вот не нужно заморачиваться, куда запарковаться, потом приезжать за машиной куда-то. Геморрой. Раз, два, раз, два, раз, два. Слушай, левый. Ну мы прям в такт идем. Левый. Раз, два, а по жизни три. Тоже будем в такт идти? Все-таки да, если ты меня бесить не будешь. Если ты меня бесить не будешь. У тебя это лучше получается. Ну так, опыт. Такой кулечек клубнички у нас. Красота. Ну-ка попробуй. Сладкое? Mm. Кайфное? Очень потому вкусно. Что мне не нравится клубника, знаешь, есть такая водянистая. Вот прям невкусная, абсолютно. Че, чуть не упал? Ну, очень вкусная, даже сахар не хочется брать. Катя, конечно, вообще эмоций не проявила, но хочу сказать, что клубника вот прям как у моей бабули. Очень вкусная. Нереальная. Я не проявила эмоции и сказала, что она шикарная, она офигенная. Вот теперь проявила. Я думаю, мы ее еще не донесем. Пока стоим, все сожрем. Второй опыт. Нормас. Ну, единственное, конечно, вчера мы сидели, и было так прикольно ехать. А когда стоя, тут немножечко тряска такая сильная, что, ну, как будто на серфе покатался. Это да. Ну, и наш привычный паттерн. Пришли в столовку. Тут, конечно, поздно мы, поэтому уже мало тут все есть. Мало салатиков.
Первое есть, интересно? Чали. Щи зеленый чали. О, класс. Я хочу. Щи зеленый или все-таки рассольник взять? Нет. Щи тоже буду. А вот. Туда яйцо идет? Зеленое. Я хочу, чтобы с яйцом оно было. Ну, можно спросить. Сегодня у нас супер бюджетный обед, 520 рублей за все. Укати капуста, это у нас щи с щавелем. Блин, щи с щавелем. Я вообще сразу не могу выговорить. Ну и тефтельки с макарохами, компот. Все, приятного. Так классно, наелся, на качельках сижу, вообще вставать неохота. Сидим, загораем, вообще такое умиротворение. Я бы сейчас как кот, знаешь, который налакался молока, просто здесь бы залег и спал. Слушайте, тут такое все зеленое возле жемчужки. Катя даже решила позвонить моей маме и показать по видео, сколько тут приколдесных таких растений. Вот. Что-то там общаются. Но с момента, когда мы здесь были в последний раз, тут много чего появилось. Видите, расцвело уже. Тут есть вон вывески. Вот. Вот тут тоже очень красиво. Возможно, молодежи эти кадры не сильно интересны, но дамам постарше, которые увлекаются садоводством, интересно будет посмотреть. Что, мамка тебе не стала отвечать? А она с Тёмиком это, в магазине сказала. Не может, да, пока? Да, но я и на видео засняла, правда так. Народу, конечно, прибавилось. Ну, я просто рассказываю, в прошлый раз мы здесь были в апреле, или в марте, я уже даже не помню. Вот, такая обстановочка. А сюда же можно, да, купить, Катюх? Да. Сколько, пару тысяч, да, стоит на человека? Я нашла на земле какие-то штуковины. Будешь пробовать? Да. Давай. Не. Все. Ну ладно, что это на самом деле? Не понимаю. Ты знаешь, что это? Не знаю. И я не знаю. Ну все, давай выберу. Вот туда, может потом вырастет что-то. Андрей, встань, пожалуйста, рядом туда. Я тебе говорю, волосы один в один, как у тебя. Да и лицо, и уши такие же. Я тебе говорю, один в один. Да? Ну, дай лапу. Ай. Поцарапала? И сама сказала ай. Да хватит ковыряться, я тебе куплю что-нибудь поесть. Я как раз недавно тебе про Гонконг говорил. Вот гонконгские вафли. В общем, тема какая? Выбираешь вафлю, начинку, потом морожка, там фрукты, топпинг. Я когда работала здесь, я это кушала. Ну и что, вкусно? Офигенно, да, прям? Я здесь кушала, там, и там не было такого большого выбора, там поменьше выбор. Ну да, мне понравилось. Оно потом само растечет. Нет. 190 рублей за два мороженых. Класс. Угу. Ну это просто произведение искусства. Покажи свой. Вообще очень красивые вафли. Говорю, прям есть не хочется. Куда мы пойдем, сядем? На Морька или как? Да, давай на Морька. Давай, до нее идти просто близко. Мне понравилось. Сегодня, походу, день города, потому что постоянно об этом говорят, и тут на площади песенки и все такое. Приходится орать, потому что не слышите, да? День под водою, под луною, молодою,
ребятки, так хорошо. Время 7:00, светит солнышко, морька. Вот такая красота. Сейчас мы поедем снова в ТЦ, купим мне плавательные шорты и какой-то крем для защиты. Ну, потому что мы, по сути, первый раз завтра будем загорать. И чтобы не ходить потом красные. Надо первый будет... раз в этом году, а не в жизни. В этом году, да. Конечно же. Вот, поэтому в море мол, еще на полчасика заедем, а вечерком монтировать уже сяду. Может быть, что-то еще посмотрим. Я же не буду весь вечер. Посмотрим серийку, очень странные дела. Да? Хочешь? А тут артисты переодеваются. Вон, смотрите, какие девчонки красивые в костюмах. Сейчас я как просуну камеру. Ой. Катька замерзла. Видно, видно. Посидеть? Да. Тепленькая, да. Ты что? Я рыба. Я сейчас. О, да. Класс. Я на самом деле подзамерз немножечко, ребят. Да, потому что я в одной футболке, в шортах и в тени так уже прохладно. Теплая. Теплая? Да. Ну, да, я думал, холоднее. А ты у меня вообще так и покрылась мурашами. Если я сейчас прислонюсь, то... Хватит портить дерево, кот. Все, все, продрал кофту. Молодец. Спасибо. Кот. Иди сюда. Иди сюда. Ну иди сюда. Ну иди сюда. Прошло 15 минут, Катя снова хочет есть. Выбирай себе конфету. Я надеюсь, этого хватит. Минут на 15. Сладкое, кислое, что хочется. Кислое. 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 И вот эти вот сырички. А это сладкое? Сладкое. Давайте несколько. Да. Пластинки кислые. Фруктовый микс. Суперкислая. Чуть-чуть. Добрый вечер. Покажите оплату. Добрый вечер. Я за ним лезу. Кока-кола выберу. Это морковка. Будешь морковку? Да, а вот это, арбузик, вот это. Арбузик. Эти штуки реально шипят. По вкусу напоминают шипучки такие, леденцы, внутри порошок белый. Ну классно. А кислые они при этом? Очень. На чили, на расслабоне. Какой ужас, Андрей. Че? Кстати, прикольные. Мне очень нравятся. Мне тоже. А если плавательные оранжевые взял? У меня точно такие же в Москве лежат, а тут они вообще недорого. Косарь. Сейчас покажу. О, косарь со скидкой. Еще у меня на карте 4700 баллов. Сейчас куплю их за 500 рублей вообще. Не факт. Почему? Ну, потому что, может быть, на низкие стоимости всяких плавок. А, может быть, скидки. Акционные не работают, да. Да. Вот такие у Кати, да. Только мы их прям в Адидаске, да, брали? Да. Но нет, они не такие, потому что здесь еще вот такая скидня. А, нет, у тебя такой же нету, да, да, по-моему? Да, я так думала. Так, ну еще нам надо шлепки тебе найти. Или вот, смотри, просто белые. Мне не нравятся. Вот тоже такие. Ну-ка, покажи. Мне просто удивляет, как комфорт получить, если здесь они, видишь, сцеплены. Да. Ну что, мягкие реально? Блин, я хочу походить, такая, они сцеплены. Мы нашли кроссовки, которые Катя покупали вот в прошлый раз прямо здесь. Они стоили 3 с копейками. Сейчас 6 629. Вот мои, которые я тоже за 3000 покупал, они 5 899. Ну пипец. 1000 лет назад я такие носил. Вот прям точно такие же. У меня еще были эти. Спанч Боб вот здесь вставлен. Не знаю, как эти штуки называются в дырке. Ну что, какие удобные? Ну эти у меня с ноги слетят. Очень широкая вот эта штука. У меня нога узкая. А размер свой, да, делал? 34,5, у меня 36 размер. Я честно не знаю, почему у меня нога сюда помещается нормально. Это 34,5. Нет, тогда не бери. Не бери, просто вот этот, типа, широкий. Да, они будут вылетать, мне неудобно. Мы вечером на ночь глядя перекусим гадостью. Взяли себе тут два комбо. Дай.
Все, ребят, к концу подходит наш влог. Мы, конечно, немного лошарики, потому что я, если бы вечером оделся, мы бы сегодня посмотрели салют, который сейчас наблюдали. Вот такой малюсенький кусочек с балкона. Ну, потому что холодно в одной футболке сейчас. Да сколько градусов? До 15, если не ошибаюсь. Но мы сейчас проверим в онлайн-режиме. Прям все. 16 градусов. Причем мы выбежали только что из такси. Было 22:04, и мы быстро-быстро поднялись в квартиру, выбежали на балкон и увидели минутку вот такого вот салютика. Ну, блин, зато увидели, молодцы. А в яблоке мы купили на завтрак. Мы же будем загорать. Вот такие две штуки от компании Garnier. Вот. SPF 30. И успокаивающие. А это после загара. Вот. И взяли еще тебе шортики плавательные и футболочку. Ну, завтра мне рюкзачок, да, завтра покажем. Я думаю, это будет уместно. Все, ставьте лайки или там дизлайки, пишите комментарии. Сейчас надеюсь, вам понравился наш влог. Витамины сейчас будем пить. Медь. Мне надо медь выпить, а Андрею надо рыбий жир выпить. Что ты со мной делаешь, женщина? Ай. Ах, мамочка, насаночка. Фу, блин, свои волосы съел. Ай, что-то меня царапает шея. Тогда я сделаю так же, как сделала. Давай. Прикинь, ты бы сейчас дальше полетел в окно. Фу, и вылетела. Видали? Давай.